Всем привет, с вами Евгеха. Сегодня мы будем испытывать свою удачу, стирая лотерейные билетики. В этом выпуске, как я обещал, у нас будет целых 500 лотерейных билетов. И стирать эти лотерейные билеты помогут мне две симпатичные девушки, это Аня и Женя. Именно в их руках, друзья мои, именно в их руках наши деньги. Мы потратили на этот выпуск 12 тысяч рублей. И может быть мы с вами сегодня окупимся, а может быть и нет. Все зависит только от нас и от нашей удачи. Также, ребят, есть небольшой бонус. Если вы хотите, чтобы в следующем выпуске девушки были в купальниках, то давайте наберем 150 тысяч лайков, и тогда вы сможете это увидеть. А теперь переходим к самим лотерейным билетам. Итак, друзья, это 500 билетов, и прямо сейчас мы будем с чего-то начинать. С чего начнем? Давайте посмотрим. У нас есть билетики по 20 рублей, есть билетики по 25 рублей, и, если я не ошибаюсь, есть билетики по 30 рублей. Вот тот самый, ребятки, гороскоп, вы можете начинать уже. То есть давайте. Ленту можно разложить. А у меня она не раскладывается. Ага, у тебя не раскладывается. Значит, просто стираешь. Да, и здесь вот нужно сразу стирать. 20 да. рублей. Все, отлично. А, смотри, здесь есть сразу ленту, ее тоже можно будет разложить. Так, а с чего начну я? Что-то как-то... Что, мы выиграли что-нибудь 20 вообще? 20 рублей. Всего лишь. Ну, старайтесь рублей. Лучше, нам нужны деньги. Так. Хорошо, процесс уже пошел. 20 рублей. Что мне делать-то? Я тоже с чего-нибудь начну, каким-нибудь веселым стартом. Тут всего лишь со всех 4 билетов выигрыш. Получается всего 20 рублей. Что-то у меня 3 безвыигрышных билета пока что. Причем они находятся все на одном уровне. Ребят, 50 рублей. 4. Ого, 50 рублей, Ванек, сними это. У нас 50 рублей. У нас есть только что крупный 50, выигрыш, друзья мои. 50, 20, 70 рублей. Угу. Просто это... Вот это на самом деле очень смешно, Жень. Посмотри, пожалуйста. Что? 20, 20, 20, 20. Все четко, что это только второй билет из всех. Слушайте, у меня уже 7-й безвыигрышный билет. Неплохо. А самая фишка в том, что все эти билеты, ребят, 20 рублей выиграл, а мы закупали в разных точках города. То есть некоторые ленты, некоторые не ленты, потому что мы скупили абсолютно все, что у них было. Так, это что, это 50? 50 рублей, ребят, 50 рублей выигрыш, вот он. Здесь 50 рублей, здесь 20 рублей. Вот, два выигрышных билетика, я что-то их отложу, наверное, в сторону. А, как и сказал, мы взяли гороскоп, потому что нам нужно выбить здесь букву А. Здесь около 50 билетиков гороскопа. Здесь, наверное, не видно, здесь 50 штук. Может быть, мы выбьем букву А, и если ставим слово, получим 1500 рублей. Что, есть у кого-нибудь что-нибудь? У меня по 20 рублей в каждом из четырех. Да, пока что нет ничего крупного. Всегда. Вот опять 20 рублей. Если вы не смотрели прошлый выпуск, правила просты, нам нужно просто стереть. 100 рублей, серьезно? Ого. Отлично. 100 рублей. 100 рублей, ребят, это самый крупный выигрыш за сегодня. 100, там несколько раз по 50 и 20-очки пока что. Пока не так интересно. Самое интересное будет вот как раз таки... Так, что это за... О, да еще 20. 20-очка, да, нормально. 20-ки. Это первая такая, где две 20-ки в одном сразу билете. Что-то вообще без выигрыша, прикинь, нет, вот у меня, наверное... 3 двадцатки. О, 20. 3 двадцатки, круто. У меня в каждом по 20. В каждом одна двадцатка, да? Да, в каждом из четырех одна двадцатка. Потом подберу. Стабильно. В одном еще две двадцатки было, больше ничего нет. Опять без выигрыша. Вот, давайте нам, который без выигрыша. 20. Вот опять 20. А потом, Илюх, сейчас я отдам. О, еще 20. Вот в этом билете 2 двадцатки. Кстати, ребят, в конце этого ролика будет небольшой конкурс. Если вам интересно, можете посмотреть до конца, я потом расскажу вам, что за конкурс у нас будет в видео. Ну, в смысле, не видео, но можете поучаствовать. Опять безвыигрышных. Вот у меня прям, знаешь, какая-то стопка безвыигрышных билетов. Тут вообще ничего в них нету. Вообще практически ничего. О, полтос, нифига себе. Я что-то стараюсь их раскладывать там с полтинниками, но пока 50. Не... 50! 50 рублей, круто. Вот у меня тоже было самый несколько раз по 50. Выигрыш, ну, самый большой из здесь. И опять 20. Опять безвыигрышные. Просто много безвыигрышных, много с выигрышами. Есть еще 20-очка. Что-то я уже сомневаюсь, что мы вообще окупимся с вами. Да, да, да. Там, Ванек, сними, там лента вообще на землю уже пошла. Ты посмотри, Ванек. Там прям, посмотри, видишь, лента, она уже просто до земли дошла. Ну, блин, по ленте было бы удобно, на самом деле. Угу. Если бы они были да, все вообще. Но, увы. Вот, вот сними вот лицо этого. Вот как ему не стыдно было фоткаться для вот этого Абана? Всего лишь один выигрыш 200 тысяч, два выигрыша 50 тысяч и 1000 выигрышей 1000. Ну, кстати, есть шанс все-таки, есть, надо стирать. Нет, нету. Нет, нету шанса. Ваня, ты же снимаешь то, что нам вообще выпадает? Или ты только наши лица снимаешь, как... Снимаю. Как мы недовольны тем, что нам ничего не выпадает вообще.
Да, одни двадцатки просто. Да, одни двадцатки. 20 у меня один рублей. Раз полтинник был. Девочек больше снимают. На тебе лишь бы девочек, Илюш. На самом деле тяжело снимать, когда вы втроем с ним стираете. Да? Да, ой, тяжело. И там, чтобы было. Попроси Илюх, чтобы он тебя подержал. Причем не камеру. Илюха. Аня, все поняли эту шутку до того, как ты объяснила. Да. Это для тех, кому, для кого было сложно. Да, понять. С лентой делать. Все с этой, да, получается? Там, с лентой? Там мало? На землю можно положить. Там было очень много двадцаток. Мы потом уберем. В основном двадцатки. О, 50. 50 рублей, неплохо. Я не знаю, примерно сейчас мы, может быть, около... 20 в одной ленте, то есть из четырех. Около, может быть, тысячи... Нет, ну, больше тысячи, наверное, мы... Тысячи две, может быть, мы сейчас выиграли. Но крупных выигрышей вообще нет, ребят. Угу. То есть, вот двадцаточка вижу. То есть, безвыигрышных очень много билетов, прям дофига. Билеты но... сам себе сами покупают. На это лотерея рассчитывает, в принципе. Мы снимаем этот ролик, чтобы показать вам, что это все... Это все иллюзия, вы ничего не выиграете. Еще двадцатка, ну две двадцатки. Но если вам интересен следующий выпуск, то мы для вас его запишем обязательно. Напомни. Мы потратим свои деньги, ребят, но мы его запишем. Ну, кстати, первый видос очень много набрал, большое всем спасибо, там было очень много прям положительных отзывов. 25 даже. 25 рублей? Угу. А, это да, это другая лотерея. Да. Ну, то есть тут и призы, я так понимаю, тоже другие. 1500! Уху! 1500? Серьезно? Да. Что? Серьезно? Воу! Ну-ка. Подожди, нифига себе! Отлично! Прикинь? Давай 5. Огонь. А смотри, а здесь еще игра, здесь может умножиться на что-то же. Ну-ка давай, смотри. Ее же тоже можно стереть, и там... X2, прикинь! 3000, поздравляю! 3000, это просто, это просто... А, я думал, ты мне 5 хочешь дать? Я хотел тебе 5 дать, у меня была монетка в руке. Так его надо убрать, прикинь! Это просто, прикинь! Давай, я подержу. Всего 500 билетов, 1500, и один из них нам выпал. Еще и умноженный на 2. То есть получается, нифига себе. 25. Слушай, вы прям счастливые билеты. Офигеть. Офигеть! А, у тебя она под капот улетела. Нормально, нормально все. Так, какие у нас еще остались? Машина сама забрала их себе. Сейчас. Хорошо. Ты такие же берешь? Я их только что стирала, да? Да. Это баскетбол. Просто они... А я тогда буду стирать тогда вот этот вот. Хорошо. Ты выиграешь до 500 рублей. Попробуйте гороскоп. Это то же самое, то есть это стираешь цифру, а здесь множитель. Да. Вот эти мы оставим на самый конец, вот с гороскопом. Так и попробуем собрать слово «старт», да? Да, ребят, мы соберем «старт», это будет нелегко, но слово «старт» мы с вами соберем. Я надеюсь, что мы его соберем. Нелегкий у нас старт, знаете, ребят, вообще нелегкий очень. Значит, я стираю, да, без выигрыша. Ну, кстати, с множителем прикольно сделали. Угу. Еще X2. 100 рублей. 100 рублей и X2, там может X2. Быть. X2. О, две соточки. Отлично. Две соточки, слушайте. Я, походу, знаю, какая лотерея самая прикольная. Да, это вот даже. Так, ее надо куда-то подставить. Илюх, да, Илюх, забирай бабло, как бы сразу, едем бабуле. Да, чтобы нормальные были. Ой, 25 замер. Рублей. 25. X1 здесь. Интересно, а выигрыш 3000, где нам смогут вообще выдать с билета? 25. Надо с паспортом ехать же. Сидь, бабуля, как едешь. Они закроются, когда узнают, что мы выиграли что-то. 20 рублей. Ну я, короче, все в общую кучу кидаю, потом это решим. А деньги где вообще выигрышные? Что-то вообще не везет. Опять 25? Я столько билетов в жизни не видел лотерейных. Вот сними вот эту большую кучу. Я тоже. Что? Кто не согласен? Женя с тобой не согласна, не везет. Не, ну мне не везет. Это мне только... пока что тоже. Ну ты же их покупал, поэтому везет. Это Илюха покупал. А. Последнюю партию ты там покупал же. Кстати, я же... Ты мог выбрать что-нибудь выигрышное? Мне кажется, вот я вот это купил. Побольше там немножечко. То есть, понимаете, фишка лотереи не в том, что ты купишь. Чем больше билетов купишь, тем больше ты выиграешь. Наоборот. Один может попасть. Да. То есть это вообще на удачу прям. Не надо вот идти после этого видоса и покупать билеты. Вообще не надо ничего заниматься. 25. 20. Что там у нас дальше? Без выигрыша. Слушай, я теперь верю, что мы можем вернуть свои деньги. 20 рублей опять. Но не все, они за 2 выпуска точно. Ну. За первый, может быть. За прошлый выпуск мы там на самом деле не особо ушли в минус. Ну как, ушли, конечно, но все равно. Оно того стоило, я считаю. Ну и на бенз у нас теперь есть деньги вообще-то. Теперь у нас есть деньги на бензин.
Один раз заправиться можно. Чтобы никто ничего не говорил. Мы сказали сейчас девочкам, пока на бензин здесь не накопите, мы поедем. Никуда не поедем. Мы не сможем. Мы остаемся в лесу. Ну-ка. Это уже ой-ой-ой. Да. Угу. Полтос, прикинь. Покажи, где он. Вот он, 50 рублей. Так. Множителя там не было, да? А вот еще остались, да? Да, еще. Офигеть, ребят, сколько билетов, я уже устал их стирать на самом деле. У меня уже рука болит немножко. Это только безвыигрышно в тот раз. Это безвыигрышно, да, Илюх, на них вообще пофигу пока что. Как вы это делали в тот раз? А там 100 билетов было, понимаешь? Там было немного побыстрее, они еще были лентой, мы прям один за одним просто стирали. Двадцаточка, ну по мелочи, ребят, по мелочи выигрыш. Хотелось бы что-то покрупнее, но нам пока этого не дают. Вообще, да. Кстати, надо реально лотерею по 25 рублей брать, прям с этими бонусами круто, что вот умножается. Ну, знаешь, вот мне очень мало что-то попадается в последнее время. Вот я сейчас стираю подряд, у меня там все без выигрыша практически. Вот опять. То есть там есть где-то 25, которые, ну, сам себя окупают и все. Это максимум. Все, безвыигрышные. Вот опять 25. Сам себя окупает билет и все. Это максимум. Так, ты вырываешь, да, оставшиеся? Да, вырываю сейчас. Еще выигрыш есть, помимо вот этих? Я могу тебе половину отдать. Есть, конечно, 20. Потом можешь, ну, потом там они можешь в куче вырвать, в лежат. О, 25 опять. Так, ну, можно попытаться что-то выиграть. 25 рублей. X1, круто. Что это такое? Где? А это краска. 100 рублей. Это рублей. Ну-ка, от моих ногтей. Это от твоих ногтей? Она отмывается спокойно. Я надеюсь, что это отмоется. Женя сегодня счастливчик. Не пугайся, зажила, как обычно. Девушка справа от Жени тоже зовут Женя. Надо мне между ними вставать. Так, видишь? 25. Я надеюсь, у тебя запись идет, Ванек? Написано красным запись? 20. Нет. Не шути так. Не шути. Ну все, я закончила. Все? Так, у нас еще гороскоп остался. Да, сейчас нам гороскоп... надо отобрать еще. Уж старт-то мы должны собрать, я думаю. Ребят, я думаю, что сейчас мы соберем слово «старт», если вы в нас верите, то... Это будет нелегко, конечно же, да. Но... Мы реально купили все вот эти билеты, которые были у бабули. Вот эти сейчас. Сейчас чуть-чуть осталось. Стирать я пока буду отбирать. Который здесь еще есть. Да, иметь давай, потому что здесь вот да. 3500. 3500? Да, у него. Ну тут очень много, просто по 25 рублей, видишь, да. Вот, например, Илюх. То есть мы просто все в кучу скидывали их. Там и по полтиннику тоже. Тут тоже 25, так, Илюх, вот держи. Все, да, без выигрыша? Вообще все? Да. Я тебе дал все без выигрыша? Ну, нет, 100 рублей. А, я понял. И забываем про 1500. Да, это просто. 3000. 3, да. 3. Около двух у меня. Сейчас уедет. Все, поехал. Все. Ну, теперь переходим. Подожди, наверное, я только начала откладывать. А, да потом можно отложить. Это сейчас, мне кажется, это очень... вы все стерли уже успели? Да, это мы все билеты, все билеты. Еще на земле валяются. Ванек, просто сними вот эту кучу, чтобы люди видели, что эти тоже мы стерли. Мы потом их все соберем, просто сейчас мы не будем они на это отвлекаться. Очень... А здесь вот цифры, видишь? Тут вот стираешь. То есть мы стираем, у нас буква S, ясно, да? Что, серьезно? 60. А, нет, они должны быть три одинаковые? Да, должны быть три одинаковые прям. Uh-huh. Мы тоже думали, что 300 тысяч выиграем. Uh-huh. 60 рублей я выиграл. Буква T, ясно. Блин, они сейчас просто мешают нам, надо что-то положить. Разберите их с выигрышами. Давай их разберем сначала, или так? 30 рублей. 30? Да, то есть 30 рублей получается выигрываешь. Я и букву стираешь еще обязательно, да. Чтобы была буква. Нужна А. Я не знаю, в этих билетах вообще эту букву реально добавляют или нет, потому что я уже сомневаюсь, ребят. Вы посмотрите, а? Ну, 30 опять. Выиграл. Ребят, я выиграл. А, 300 рублей. Добавляем, Аня. Нет, я дала 300 тысяч. Нет, там 300 тысяч и 300 рублей, значит это ничего. Это вырежешь, ладно, то потому что я тупая. Конечно. Ну, конечно, мы, ну, конечно, мы. Конечно же мы вырежем. Конечно, мы всегда все вырезаем. Да. О, 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, посмотрите. 15 тысяч. У меня также было с 30 тысячами. И 150. 300 тысяч, блин.
Все испортили. 30-30-30. Еще. Что, есть у кого-нибудь буква? У меня есть 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. И 150 рублей. Вообще ничего. Что, не уконят буква? Нет. 60. Даже на заводе ее нет, мне кажется. Угу. Нет, ее явно печатают, но, наверное, в другие регионы просто ее отправляют. Специально в Минополис, но в те они букву «Р» не отправляют, да? Да. А. 30 рублей опять. 30-60, то есть вот такой выигрыш, 30, ребят, идет. Да. 60-60, опять 60 рублей. Ну, кстати, здесь вот побольше выигрывают, чем на других билетиках. 15 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, ребят! Я выиграл 150. Да? Ну-ка, да. Покажи. Нифига себе. Смотри, Ванек, 15 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Сейчас есть шанс выиграть реально 15 тысяч рублей. Давай. Нет, не выиграл. Я выиграл 150. Не смог. Еще? Вот нет. Я просто растонкий. Я уже проголодался, пока билеты эти стирал. Да, да, да. 150 не то вообще. Буквы А до сих пор, ребят, нет нигде вообще. Просто нету этой буквы. Все, у тебя закончились, да? Все, да. Я могу с тобой поделиться. Давай. 30 либо рублей. Ты можешь начинать разбирать то, что здесь. Самая фишка в том, что нам реально придется приехать со всеми этими билетами, узнать, сколько мы выиграли, и сказать, сколько мы получили. Мы, наверное, на точку потом, может быть, не сегодня съездим, или сегодня. 150, 60 просто. О! Еще 30. 15 тысяч, Ванек, 15 тысяч, смотри. Ой. Здесь будет сейчас 15 тысяч, смотри. Интриган. Нет. 30 выиграла. 30 тысяч? 30 рублей. Че, у кого-нибудь буква А была, вы не обращали внимания? У меня нет. На последний остался. 300 рублей, 300 рублей, 300 рублей! Ну-ка, серьезно? Блин. 300 рублей. Ноль можно там добавить как-нибудь? Да. А буква А нету? Это тоже вырежу. У меня нету. Прям? Все. А, нет, все, у меня еще два билета. Нет, в смысле, я начала же стилать, я говорю, 300, 300, а тут... 300, что, 300? 300. 300. Тракториста, да, что-то там было? У меня два билетика осталось. Слушай, ну я 150 выиграл, так что неплохо. Подожди, дай девушкам стереть эти два билета. Вот, я отдаю вам эти два билета, да, я думаю, что здесь... По очереди, чтобы каждую я заснял. Давай. Сейчас, подожди, пока не стирай. Нет. Это удачнее, нет. А буквы нет? И буква А нету. 60, 60, 60. О! И буква... Т. Да. А, нет, Р. Мы стерли 500 лотерейных билетов. В моих руках все наши выигрышные билеты. Мы подсчитали, примерно у нас 7 тысяч вышло. То есть 7 тысяч рублей мы выиграли. С этими билетами мы отправимся на ту точку, где мы их покупали, и заберем свой выигрыш. В принципе, на этом можно закончить сегодняшний ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим роликом со своими друзьями, чтобы они тоже поставили лайк, и чтобы мы побыстрее набрали 150 тысяч лайков, и тогда выйдет следующий выпуск про лотерейные билетики. Всем спасибо, всем пока!